Ради кого засуетился аким Алматы Досаев? Жители Алматы были удивлены спешной покраской старых многоэтажек. Коммунальные службы оперативно закрашивали гаражи, ограждали мусорные баки и даже повесили замок на новый заборчик вокруг них. Однако покраска домов производилась только с одной стороны – с торца, который выходит на окна частной школы Prometheus School. После того, как Артель Кизет опубликовал видео, на котором видно, что коммунальщики покрасили только ту часть домов, которая видна из окон школы, Досаев прислал отряд маляров спешно закрашивать остальные части домов и гаражи. Непонятно, почему и ради кого так суетится аким Алматы Ербулат Досаев с внезапным ремонтом гаражей и домов на отдельно взятом пятачке вокруг частного заведения. Читайте подробности на rtl.kz.